Наука. У рентгеновской диагностики возраст почтенный. Тем не менее, именно она широко используется сегодня, когда требуется быстро определить причину заболевания или травмы. У специалистов из научной лаборатории университета Свонзи есть свой взгляд на предмет. Они только что предложили метод, который может радикально изменить сам принцип выполнения рентгеновского снимка. Мы сумели разработать технологию, когда, используя контрастное вещество, мы способны показать картину присутствия антител в том или ином органе. Получив фактически напечатанные на целлулоиде антитела, медики могут, используя реактив, выяснить, каким именно недугом страдает пациент. Если сегодня в момент проведения хирургического вмешательства, особенно экстренного или родов, необходимо делать анализы и, самое главное, ждать их результаты, то метод, предложенный валлийскими учеными, способен сэкономить очень много времени. Более того, как они говорят, возможна и адаптация этой технологии для использования в амбулаторных условиях, прежде всего, обычными участковыми врачами-терапевтами. Я предполагаю, что я могу быстро, прямо во время приема, установить уровень холестерина в крови, уровень сахара, что важно для верной диагностики ишемической болезни сердца или диабета. Пациент же хочет знать, что с ним, а иногда подобная экспресс-диагностика может спасти жизнь. Методика также может быть использована в момент эпидемии или природных катастроф, когда не всегда получается к сроку развернуть мобильные лаборатории.